Вскоре после открытия посольства Словакии в Кишиневе в 2013 году Молдова стала страной высшего приоритета для словацкой помощи для развития. В Молдове мы работаем по двум направлениям. Первое – это хорошее управление страной. И второе направление – это охрана окружающей среды. Прекрасный проект, который помог в сотрудничестве с местными властями в селе Дезгинжа решить вопрос снабжения питьевой водой. Мы построили 11 километров водопровода, прочистили колодцы. И сегодня каждый житель у себя дома Дезгинжи может пользоваться питьевой водой круглые сутки. Другой такой проект по окружающей среде мы реализовали в сотрудничестве с Министерством экологии. Цель этого проекта была подготовить законодательство, которое бы управляло манипуляцией использования электронического мусора. Путь интеграции, он непростой, но опыт стран Средней Европы показал, что он приносит хорошие результаты. И нету более краткого пути к просперитету, к благополучию. Молдова должна реализовать те реформы, которым обязалась в договоре об ассоциации. Молдова – это наш партнер. Мы хотим показать, что через реформы, посредством реформ, можно прийти к хорошим результатам и решать вопросы, которые волнуют жителей. Мы здесь, в Молдове, для того, чтобы вам помочь на этом пути успеха.